Уйти с работы заставило мое эмоциональное состояние после того, как я читал новости 10 августа. Я понял, что не смогу больше выходить в эфир. Ну, это для меня будет большой моральной нагрузкой. Эмоциональная нагрузка появилась с тем, что я не был согласен с информацией, которая была подана, в какой форме она была подана, о ситуации в Минске накануне ночью. Это была официальная версия Министерства внутренних дел Беларуси. И ну, я для себя посчитал, что она весьма подана однобоко. То есть я знал, что в этих протестах на улице тогда Минска высказать свое мнение вышли также мои друзья и знакомые. И я понимал, что ситуация не настолько была... не в полной мере была показана в той информации, которую я читал в эфире.